А начать мы вынуждены с другой новости. В Прибайкале ищут мужчину, который показал 7-летней иркутянке половые органы. Ребенку удалось запомнить внешность подозреваемого, специалисты уже составили фоторобот. На вид предполагаемому преступнику 30-40 лет, он среднего роста, около 165-170 сантиметров худощавого телосложения. Лицо круглое, на голове имеются залысины, волосы русые, височной области вьются. Есть и особые приметы. На левой ноге в районе голени есть татуировка с изображением восточного дракона или змеи. А рядом сделано изображение спортсмена боевых единоборств. Если вы что-то знаете об этом мужчине, позвоните в правоохранительные органы.